Всем привет, с вами канал Артмания. И мы на высоте 30. Там город. А где нас будут? Покажи на высоте. Вот, смотри, вся Самара видна. Вся Самара видна? Что мы будем делать? Мне так страшно. Тихо. Спокойно. Вон, видишь, смотри, весь город. Там он мост, там вот дача наша была. Закроют нас тут. Да, вон какая красота. Высоко, красота какая. Вся Самара видна. Да. Где-то наш дом, где-то вот там. Покажи, пап, где наш дом? А раз не по кругу, а, по-моему, по кругу было раньше. Где-то там. Раньше, да, мы сейчас застекли. А, застекли. А, вот он же, да, вокзал, смотри. А, было и на ту сторону, а теперь нету. Машины вижу. Еще машины. Люди маленькие оттуда. Да. Знаешь, какая экскурсия? Можно? Нет, конечно. А тут на рыбке соль только. Здесь отдыхают. Ну, как высоко. Сколько высота, говорите? Ой, стой, не трогай. Подушечки, смотри, всякие там отдыхают. Такие вон такие симпатичные места. Что там? Ну не надо все подряд нажимать. Сейчас как заведется машина. Стоп, и куда ты поедешь на ней? Ну завестись может она. Может она рабочая, кто ее знает? Неизвестно же. В чужую машину все-таки ты залез и все кнопки тыкаешь. Без разрешения. Тихонечко посиди. Это чужая. Конечно, чужая. Твоя, что ты думаешь? Уважающие пассажиры, пригородный электропоезд до станции Царевщина отправится в 16:40. С 14-го пути пригородный электропоезд до станции Царевщина отправится в 16:40. Достаешь? Медаль. Не надо. Просто посиди, порули чуть-чуть. Вот так, да. Зима едет. Да? Не надо нажимать все подряд. А то она заведется. Ну конечно, посмотри ее просто в окошко. Что там в окошке, да, видно? Конечно, точно чужая машина. Чужая, конечно, Дим, ну не твоя же, правда. Точно. Ну конечно, ну чья-то же она. Она же не просто стоит здесь. Не трогай, Дим. Зеркало. Она же не просто тут стоит. Каждая машина чья-то, Дим. Самарская архитектура. Селение ее назовется. Не знаю. Летом надо будет пойти посмотреть. Она на шике. На.